тутер. Нерідко вставав у ступор, важливіше не сума, гумор. Зайвий все викинув зі своєї голови, ніби це хедшот, там шута. Зараз це то. Зараз це то, 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 то. Зараз це то. Не. Да ну нах. Пиздец, блядь. Ой. Сейчас. Епт. Короче, офигенно. Хотел в прямой эфир выйти. 7 минут пытался разобраться, как в новом инстаграме выходить в эфир. Неплохо чё. Ламу алейкум. Чё, ой, биты какие-то скидывают. Как меня заебали с этими битами. Вообще не пишите на почту мне про эти биты. Я сам всех нахожу. Сам. Тайса, ну, чё он ко мне пристал? Бегает тут, прыгает. Так, ну чё. В общем, я вышел-то к чему? Концерты скоро. Незавершенные дела из того года. Значит, 21 в Москве, февраля. 22 в Санкт-Петербург. В Питере, короче. Ну, мало ли. Вот, поэтому... Да, ой, биты. Поэтому всех жду. Думаю, это одни из последних концертов, так как всякое происходит в жизнях наших. Ну вот, собственно, и все. Билики, если что, как в песне у Олежки ЛСП. Билики по 300, билики по питику. Там, в общем, ВКонтакте этим. Ссылка на билики. А я добавлю, может быть... В день концерта в Инстаграм, где их купить. Бумажных нету, все в онлайне, мы в современном мире живем. Вот и, собственно, все. А после концертов что я буду делать? Я буду пить. Очень много, да. Сами концерты-то я не очень люблю, вообще никогда особо не любил. Но вот то, что происходит после них, это хорошо. Замечательно бы я сказал. Вот так. О, Ник. Здорово. Хороший парень. Песня «Ты кидал» — это наша песня, это группа «Цирк». Она есть, можно зайти на мою страницу в ВК, и у меня две подписки. Моя группа и группа «Цирк». Ты кидал. Да. Александра Пискарева задает вопрос, зачем ты пьешь? Хочу пью, хочу не пью. Да-да, живее всех живых. Да, Минск я обожаю вообще, с радостью. Домоуправительница, да, тоже, значит, группа «Цирк», все хорошо. Ваня, что ты там, все нормально, это мои светлые, я с ними могу общаться всегда. Че, не скрывал я фотки, просто периодически, там, раз в два года чищу Инстаграм. Драконы! Красные драконы! Это желтый дракон. Да, захотел выйти за житуху, там, короче, пообщаться. В эфире, да. Что, ну, в Екатеринбурге это классика. Каждый год в декабре, даже в ковидный год я дал концерт. Конечно, каждый декабрь. Мало цирка, да, согласен. Но у нас не быстро все. Максика я обожаю, Ирку обожаю. Пацанов обожаю, Киру, Сегу, всех обожаю. Чё, девочка моя на работу поехала. Мне не понравилось название «Гранж 4», что-то я переборщил. Просто новый альбом. «Песни тьмы и света», пока такое рабочее название.
С Пашкой, да, общаемся иногда. Ой, Исаева, ну, господи, Лена, не начинай. А мы сегодня, кстати, Лена, общались на тему того, то, что... Блин, а девочка-то ты хороша, хороша, ай, хороша чертовка. Как кто-то пишет, я не на работе, зай. Отлично, люблю юмор. Юмор, шутки, это здорово. Ковидный год, это как название для... Че? Не успел прочитать. Пискаревка, ван лав, Питер обожаю. А, ну вот, в общем, да, 22-го, значит, я буду выступать в Питере. И первым делом, как прилечу, сначала на райончике побываю. По классике. Раньше умер, пацаны, расходимся. Я похож на змею. Блин, с Яниксом? Да так я бы с радостью вообще. Только он не хочет. Я ему как-то в Инстаграм писал, по-моему. От Кали-Кали и до города Владивосток. Песня Илвана с его микстейпа года 13 или 14. Киров охуенно. Кто бы пригласил только. Макс, салют, если что. Киров, да. Киров хороший город. С радостью бери випку, ё-моё. Если из Курска и 5 лет со мной, в гримерку заведу. Выпьем, поделаем что-нибудь. Девчонок поснимаем. Как бы, почему бы и нет. Шумита, Шумита классный исполнитель, мы с одного города, он молодец. Давно я что-то о нем не слышал. Ну, жив, я думаю. Я живой. В Кирове-то, конечно, раза 4, по-моему. 4 или 3. Ну, был. И с Сольными, и с Закатом были, совсем был вообще. Какой самый крутой год в рэпе был для тебя? Ну, наверное, их было 3. 15-й, 16-й и 17-й. 18-й тоже неплох, а потом все в нахуй. Проебали мы все, блядь. Ну, с девчонкой, да офигительно вообще. Это же замечательно, проводить время на концертах. Ограничения-то снимают потихоньку. Вон уже эти клубы, рестораны после... Ой, опять эти биты сраные. Работают после 11. Будет весело. И вот теперь наступает. Вон на Урале уже минус 6 бывает. Даже до нуля доходило. Это после минус 30, блядь. Вон, да, вообще новости хорошие. Трэпа вон в натуре выходит. Вообще замечательно. Рыночные отношения – это то, что на душе тёлку на паене, на кайне. Короче, блин, я рос на Чейро. Замечательные, замечательные исполнители. Трушные. Ой, эти митинги, господи. Знаете, меня что прикалывает? Типа, такие люди идут на митинги и потом удивляются, то, что их задерживают. Ну так ты же идешь на митинги. Это смешно. Свободу Окси. А, да, я видел это про тему белорусских. Ну это не смешно, конечно, но я как бы... Я в ахуе, если честно. Это ж надо. Кто бы мог подумать. ТВЖ я тоже знаю, трагедия всей жизни. Да, знаю такую группу. С какой мыслью я писал трек «Невроз»? Ну, старая песня, дурацкая, кстати говоря. А вот. Да, слышал, «Свободу Окси». Да, слушайте, это прикольный напиток, короче, «Красные драконы», но это «Желтый дракон», «Сани» называется. 64 рубля... Удовольствие просто. Вышка. Я никогда давно не слушал, но он всегда был талантливый парень. Наверное, то, что он сейчас делает, прикольно. Ну вот что это за вопрос? Кура, ты с каким вкусом пива? Как на это отвечать? Не понимаю. Привет, и мы передаем в поле чудес, а здесь можно... Респект. Респект выдать.
Да, благо хорошая песня. Так я сам был не в курсе, пока не проснулся. Что-то там выходят все опять, за что-то митингуют, я не понимаю, за что, честно. Стараюсь вообще в интернет особо не заходить. Типа только по своим делам. И почту проверяю периодически. С этими битами, потому что заебали. Агар, Хрущевка. Да, это отличные релизы 2013-2014 года. Слушай, насколько я знаю, они в паблике добавлены. Да, ВКонтакте они есть. Прям можно в паблик зайти. И типа, как это, в музыку заходишь, там плейлисты есть. Там все есть там, да. Да, возможно. Я понял. Спасибо. Ну как я не в рэп-индустрии, если я вроде как рэпером считаюсь? Я особо просто ни с кем никогда супер-то я не общался. Кроме моих родних. Родних. Закатовцев. Картины, конечно, пишем. Первый раз, кстати, на Украину отправил. Блин, вот это дела вообще. Короче, с этого года нужно заполнять какую-то декларацию. Ну, блин, не какую-то, а реально декларацию. Потом ее распечатывать, потом клеить на посылку. Но получилось. В Сергиевой Посаде не был, но с радостью бы побывал. Говорят, там церквушки отличные. Ну и вообще, типа, такая а-ля дореволюционная Россия, типа того. О, вчера, кстати, пару фитов записал коммерческих, конечно, но мне понравилось. Довольно неплохие работы. А я уже 3 месяца не работаю, нахуй. Но скучно становится. Наверное, концертов дам там немного. И надо делом заниматься. О, ну с ЛСП это моя мечта, господи, всей жизни когда-нибудь сделать, блядь, песню с Олежкой. Конечно. Станция Сокольники. Самая лучшая вообще станция метро. Кунцево тоже неплохо. Молодежная. Стадион, где у Локомотива. Ну, господи, дальше по Красной. Блин, забыл. Ну, рядом, короче, с Сокольниками. Soda Love — это те, которые никаких больше вечеринок. Если да, то обожаю эту песню. Демочку трека закинуть. Ну, скидывайте на почту. Когда слушаю периодически. Волгоград, Родина Мать. Обожаем, обожаем. 1000 лет не были. Стримы на Twitch. Что такое Twitch? А что такое стримы? А, стримы — это то, что я делаю. Типа того, да? Майот — это чувак, который друг Коуч Буды, по-моему. Типа трэп. Новый трэп. Ну, я слышал, ну, просто видел имя. О, Стас, тебе лучше это не смотреть. Ты ведь знаешь. Видно то, что я ведь это. Я угораю. Здравствуй, дорогой, 1000 лет. Чё, я как хочу с ним фит, но он динамит. Кто динамит? Я не понял, кто динамит. С Пашкой общались, так он вот в Екат приезжал. Он приезжал, но у меня не было настроения, потом я ему написал, он не отвечал, ну и все. А тогда периодически общаемся. Господи, мне если какой-то трек я услышал, ну просто от условно ноунейма какого-то, если меня вкатывает, я иногда и просто вот беру и пишу. Поэтому, да, почему нет? Ой. Улетевшие МС стелят на биты, ты хотел бы как они, но они не ты. Конечно, помню. Классика. Из твоего раннего репертуара. Как говорится, Стас. Ну, если ты какого-то далекого города и хочешь со мной увидеться, то да, можно написать в Инстаграме. Я всегда типа читаю. Янг Прити. Я не знаю, 1000 лет с Сашкой не общался. Ну, в Питере, наверное, тусит. А, нет, что-то я слышал, мы с Тиграном общались. Я не помню.
А у Тиграна все хорошо. Тигран переехал в Москву. Он молодец. Обожаю его. Тиги. Тик. Тик. Как из сериала «Сыны анархии». Тик. А, ну, блин. Если кидал демку, я проигнорил. Но я же не все демки, которые мне скидывают, могу прочитать. Значит, нужно третий раз сделать, четвертый. Гуф замечательный. Обожаю. Да я рос на нем. Детство. ТЗКМЗ. Да зачем мне его слушать, ТЗКМЗ? Я его исполняю, но только в одном городе. Екатеринбурге. Да-да-да, я жив, у меня все хорошо, если что. What's up, bro? В Пермь с концертом ебаный шашлык. Спасибо большое. Наверное, вот после таких слов нужно собраться. Так, что-то телефон садится. Нужна зарядка. Ёбушки-воробушки. Ну а чё, я вообще нормально устроился. Моя на работе. А я буду пить. И общаться с вами. Да. Последний раз я в прямой эфир выходил, не знаю, месяца 4 назад, наверное. Поэтому как-то такие делишки. Вон, смотрите, мне какую кофту моя подарила. Вообще стилевая. Обожаю балахоны. Обожаю две вещи в жизни. Лего и балахоны. Концерта нет. Но все, что до концертов или после, это мы любим. Да, блин, и бухло кончилось. Ёбушки-барабушки. Не дает нормально с людьми пообщаться. О, кстати, помните эту картину «Now's Hell»? Неплохо, да? Неплохо. Очень хорошая, я считаю. Так, что там? Колокол, давай, обожаю твое творчество. И картины у тебя приколдесные. Как относишься к кавказцам? А как к любому человеку на земле? С теплотой в душе. Не, ну есть, конечно, не очень хорошие люди на планете. Но иногда, в общем, добро, теплые слова и positive energy работает намного круче, чем агрессия. Я вот дрался последний раз года 2 назад. Или полтора. И все. И неохота. Да, блин, я такой исполнитель, с которым никогда никто фит не хочет. Понимаете? Что, по картинам еще есть? Ну, пиши этот запрос в Телеграм. Ой, господи, в Инстаграм. Путается сейчас Инстаграм, Телеграм. Ну, в общем, это, запрос напиши, я скину, что осталось. Нет плохих наций, есть плохие люди. Да, ты абсолютно прав. О, да что-то в клубе было. Ненавижу панибратство, когда... ты что, брат... Да какой тебе брат, ты нахуй? Первый раз меня видишь. Да, да, да. Вообще дела идут в последнее время чудно, не считая то, что со здоровьем я тут маюсь. Фух, на следующей неделе опять к зубному, и потом опять к зубному. Это будет третья неделя, потом четвертая и пятая. Короче, весь месяц в зубном. Вписка, честно, хорошая вышла. Доброе интервью получилось. Я их особо давать не умею, но там было неплохо. В смысле? Люди, которые были в ТЗКМЗ, это классик, это Кристалл Гэнг. Все хорошо с ним, Сашка, Женька, Наташка, Пашка, Флэш тоже. Все нормально. У Соблой, тысячу лет, что-то он писал мне полгода назад где-то, что-то с концертом было связано, то, что он исполнял песню «Благо». Да не, нормально, господи, обожаю Назара. Всегда буду его любить. Ага, к Дудю. Он прям пишет мне без остановки. Прям просто ждет, когда же я к нему приду. Вот это хороший вопрос. На чей бы сходил концерт? На Фарика бы я сходил. Да. На Скрипа, естественно. Мечту побывать на концерте у... ЛСП и с его огромным живым бэндом.
Клюев там и так далее. Это я уже исполнил. Было очень потрясающе. Ну, меня это вдохновило в какой-то степени. Нет, Кизару я как бы особо не слушал. Раннего, да. Янки, когда, типа того. Он бы тебя выгнал, Фарик. Да, мне кажется, именно так бы и случилось. Ищи меня на луне, это все, что я умею. Ой, ну практически все. Кроме последнего. Лунтик, господи, купишь мне, если билет на Фарика, я с радостью вообще. У него уже вроде какой-то тур там анонсирован в этом году. Вот тоже хороший вопрос. Кристалл, когда будут песни нормальные? Ну, да, спасибо большое. Я не знаю, я ж не передумываю вот так вот, почему бы мне написать плохую песню или хреновую песню. Ну, вот как, блядь, пишу, так и получается. Слушайте, ну я только месяц назад вообще подумал о том, что нужен новый альбом. Ну, что, как обычно, наверное. Сентябрь, октябрь. Может, раньше иногда вообще такое случается, что... Бах-бах-бах, плюс пару каких-то фитов, и вот уже вроде 10 песен, аутро, интро, парочку диалогов, и вот уже похоже на целый альбом. Пошлая Молли, обожаю. Кирилл Бледный, шикарен. Не-не, мы обсудили уже. Да, Сколды, отличная песня, обожаю ее. Такая прям в нерв поколения, ну, как я считаю. Не торчу, уже получается год и три, да, год и три. Горжусь этим, честно. ОГЭ в этом году, пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. О, кстати, читаю биографию Цоя, господи, 450 страниц, Александр Жанецкий, что ли? Да, автор, потрясающий, прям... Как будто... Да вообще смысл книг в том, то, что мы можем через слова увидеть мир, в котором никогда не сможем побывать в реальной жизни. Это потрясающе. Чист как слеза Господа. Аминь. Так-такс, ну я что, думаю, пора закругляться, да? И так наговорил столько всего, что отсылки уж можно делать, мне кажется. В армию пошел, год не юзал, думал брошу, после армии не получилось, расскажи как. Ну, тут чисто от человека уже зависит. Значит, ты где-то косячишь. Да, конечно, господи, обожаю Олега. Любимые кроссы. Есть одна самая крутая модель на века. Nike Air Force. Все. И неважно, высокие или низкие. Господи, обожаю. Белая Чуваша, это что за приколы? Какие-то приколы с АТЛом или что? Не знаю, что это группа какая-то? Контакты? Какие мои контакты? Ну вот мой контакт, Инстаграм. Ой, любимая песня Фарика, да их куча вообще. Но я бы, наверное, ну на Луне, да. Она связана с определенным периодом и девушкой в моей жизни. Да, обожаю на Луне. А так там куча всяких. С многозналовым фиточки хороши. Из раннего. Ванне, да, по-моему, называется. И снова Ванне. Тоже хорошая. Фруктовый, да, тоже заебись. Да, это Элла Луперкаль и так далее. Ну а что, ну, отличные артисты, у которых есть слово, чувство стиля. Качает. Ну, если мы про Элла говорим. О, в Грузии я мечтаю побывать. Говорят, то, что у вас там нереальнейшая красота. Я обожаю места, где рядом видны горы. С книгой все замечательно. Пишем потихоньку. Но это не быстро. Есть такие вещи, которые по 4 и по 5 лет пишутся. Но у нас как бы задача за 2 года написать. Потихонечку пока что, потихонечку. С Максом Многозналом нет, никогда не встречался, но иногда общались. Полина Хабалова. Фамилия какая интересная.
Почему Инри нет на Spotify? А вот это вопрос, кстати, его вообще нету. Но там все авторское. А, в какой-то момент, короче, это... Там же опять нужно связываться с битмарями, чтобы, блядь, они были не против то, что эту музыку выложил. Хотя 4 года прошло. Не знаю. Короче, лень мне заливать его. Ну, честно. С Акатом, конечно. Вон Трилл Пилл звонил недавно. Я вообще обалдел. У него какое-то выступление в Петербурге было. Звонит мне. Я вообще просто никакой. Говорю, ничего себе. Еще с незнакомого номера звонит. Я с незнакомых не беру обычно. Я снял блокиратор, то, что с незнакомых не беру. Но я обалдел. И Валерка там Дейкер был, это который записывал мой гранж Хлою отношения. ДЗК, салют, Сега, One Love. Вообще, знаете, для меня очень важно выйти так просто, побалакать с вами обо всем и ни о чем. «Выселиться» — замечательная пластинка. Помню, бабушка, когда уезжала, ну, на дачу, как обычно, я в выходные оставался один дома, выходил на балкон, шел дождь и слушал «Виселицу». Про... на корабле, когда, в общем, там разбивается корабль. Блин, как же она называлась-то? «За бортом». Во, точно. Чё? Жду концерта в ЕКБ больше дня рождения. Так где же ты был? Он был месяц назад. Ну, больше. Полтора. Сейчас уже все до декабря. Не, ну зовут иногда на какие-то выступленницы. Так, чисто потусить. Ой, с Шоком. Шок прекрасен. Он же художник. А как возможно не любить художников? Вообще не понимаю. Нига, for real, да, конечно. Антоша! Привет, брат. 21 числа концерт. Думаю, приеду чуть пораньше, поэтому потусим, погуляем. Ну, ты сам знаешь. Вот Семен написал видеодилер. Вот этому парню можно ответить. А, чё, будут ли еще какие-то татухи или какой-то другой вопрос? Что-то я у меня вообще давным-давно к татуировкам вообще не стоит, так скажем. Да, 21 февраля. Я знаю то, что это воскресенье. В Питере это вообще удивительно. Концерт в понедельнике. В понедельник. Да, тоже, конечно, я тоже. О, кто там? YMB812. Хо-хо-хо-хо-хо, кто это там такой, интересно. Ха-ха, ты что не на митинге? Вот приколдесничает вообще. Я ж консерватор, вы чего? Лунтик, господи, если ты купишь билет на Фарика, я просто буду в шоке. Это будет отличный день, да. А когда у него? В марте? В апреле? Наверное, до лета ведь, 100%. Ой, ёбушки-воробушки. Кто такая Хлоя? Умерла. Спасибо, спасибо. Спасибо за информацию. Где твоя бывшая Имша? Имша? Шутова, тебя назвали Имша? Имша! Прикольно. Не, нормально, сойдет вообще. Да, заработает, наверное. А, не, сегодня воскресенье. Отдыхает, наверное. Громкие релизы. Не я делаю громкие релизы. Громкие релизы делают люди, если им... Он нравится. Имшала. Имша. Хильфе. Как из Волк с Уолл-стрит. Помните, когда они в самолет ехали в Женеву, что ли, или типа того. Хильфе. Хильфе. Смешно, конечно. Ой, ТикТок. Короче, один раз я там зарегался, просидел там буквально, сколько, наверное, минут 15 и удалился. Пизду. Блядь, господи, я пишу книгу. Какой нахуй ТикТок? Какой коммент чисто на мертвом номере, Влад? Это, видимо, связано с кофтой какой-то, наверное. Я очень рад, если какие-то вещи, которые я давным-давно выпустил, еще все еще радуют человека. Спасибо, это приятно. Бухай, пацан, так хиты пишутся. Ну вот хату 27 мы вот так вот и писали. И до чего мы дошли? Господи, до кодировки, блядь.
Акура станет популярным, когда на Визе метро построят. То есть никогда. То есть никогда. Я думаю, то, что Флэш уже давным-давно должен был вложиться в развитие, блин, метрополитена, чтобы на Визе появилось метро, блядь. С Ванькой. Ваньке что-то писал я, не знаю, месяца 2-3 назад. Что-то там по пьяни я ему обычно пишу. То, как обожаю его. Да. И что-то он ответил. Что-то про детей спрашивал я. Ну, какая-то странная штука. Фрэнк Оушен. Обожаю Фрэнк Оушена. Микстейп «Ностальгия» 2014 или 2015 года с обложкой, где машина оранжевая, по-моему. Старая Бэха или типа того. Серафима Муку. Что? Нет. Это исполнитель какой-то? Я люблю новое. Но в основном я люблю 80-е и 70-е. Типа там Last Christmas and I'm home. Группу Абба, например. Queen обожаю. Армстронга можно послушать, если настроение джазовое. Фиджеральд. Ну да, да, примерно так. Мой любимый гранж... Ну, второй, наверное, да. Я считаю, второй это был прям... На то время все, кто что-то выпускал... Ну, на то время, сколько было альбомов в этом году, ну, я считаю, это была очень хорошая пластинка. Ну, не прям, типа, топ-10, но в топ-50 она точно вошла. Ну, по моим, субъективно. Ой, а кто еще помнит эту песню «Моя сука бухает»? Вообще-то мы ее делали втроем. Максик, значит, Феликс и я. Ну, это... Я ее, кстати, исполнял когда-то. Мы были на каком-то коттедже. Все пили, ужасно много пили. И прям кто-то дал майк мне, и мы исполнили прям. Такая, знаете, домашняя атмосфера. Но много людей. И лес рядом. Это хорошо. Автор трека «Девочка с каре». Ну, ладненько, забью себе в заметки. Послушаем, возможно. Закинь потом почту и номер мне, и жди завтра или послезавтра билет «Лунтик». Ну, ты просто вообще космический. Представляете, да, вот сейчас в онлайне «Лунтик» хочет купить билет мне на «Фарика». Это же просто сумасшествие. Хорошо, дорогой. Да, я понял. Спасибо. Ну, это обалдеть. Чё не закончил, все пили, а ты до сих пор не закончил. Чё не закончил? Я потерял мысль. Надо подстричься, по-моему, сходить. Было бы неплохо. Арсену что-то я писал тоже что-то писал. Опять по пьяни какую-то. А, он спрашивал, все ли у меня нормально, по-моему. Ну, конечно, да, господи, куда я денусь? С меня эфир? Какой эфир? Вот сейчас эфир, ё-моё. Наобщаемся на полгода вперед. Откуда ты знаешь эту историю про бассейн? Ё-моё, это знает только, блядь, ограниченное количество людей. Да-да-да-да-да, это же сумасшедшая история вообще. Я хотел попасть на Янграшу очень, это было в Петербурге. Они ездили с туром, который с Adidas, блин, шоу-кейс какой-то, не помню. Я очень хотел посмотреть, как выступает Фарик. Я забрался через бассейн в клуб, но все равно меня выгнали. Но я успел поставить на сцене. Да, это было просто охуительно. Ага, потом меня привезли без одного кроссовка. И Флэш то ли курил на балконе или так далее. И увидел меня. И меня просто вот так вот без одного кроссовка оставили на лавке. И сказали, все, иди, дорогой друг. Сумасшествие просто. Почему в очках? Потому что не хочу свои глаза пьяные показывать. Стыдно ведь будет. А, на вписке Флэша. Точно, точно. А, вот откуда знает эту историю. А я не помню то, что я ее рассказывал публично. Блин, ну ешкин ты матрешкин вообще. Так, давайте. Я, в общем, потратил 1000 часов с чем-то, в общем, 8 или 9 суток на то, чтобы посмотреть «Игру престолов» от и до. Давайте какие-нибудь сериалы, которые могут зацепить, да? Но сериалы долгострои, у которых хотя бы там не меньше 3 сезонов. А лучше 4, 5 и 6. Вот так. «Викинги» не предлагать.
Рим не предлагать. Ну, давайте послушаем, в общем. Не, я всегда не очень любил делать какой-то мерч. «Бумажный дом» посмотрел 9 серий, не зашло, не вкатило. «Шерлок» смотрел. «Очень странные дела», а там про чё? «Тьма», это «Конь Боджик». «Конь Боджик», что за «Конь Боджик»? Так, «Бумажный дом» мы отсекаем сразу. Нет, нехорошо. Вот про «Сыны анархии» — это первый долгострой, который я посмотрел от и до. «Американская сага» про группу «Wu-Tang Clan». Такой существует сериал? Что, серьезно? «Наркоз» смотрел. «Чернобыль» смотрел. «Отбросы» три сезона, дальше не вкатило. «Наруто» мультики ненавижу. «Симпсоны», ну, блядь, смешно. «Тьма». А кто там в главных актерах? Не Джейсон ли Мамоа, который Аквамен? Нет? Это там, где, типа, люди не видят, да? «Ход королевы» посмотрел. «Мотыльки», что за «Мотыльки»? «Настоящий детектив» посмотрел. «Кубик в кубе» обожаю. Руслан Габидуллин и все эти дела. «Блудливая Калифорния» три раза смотрел. «Есенин» смотрел. Что тут смеяться-то? Обалдительный вообще сериал. Обожаю вообще Безрукова. «Южный парк» мультики ненавижу. «Острые козырьки», конечно, смотрю. Он все еще идет. Ну, нового сезона еще нет, но он еще идет. «Тьма». Видимо, короче, «Тьма», да? «Карнавал Роу» начал, что-то... Там же этот снимается. «Орландо Блум» из «Пиратов Карибского». «Мистер Робот» смотрел последний сезон, что-то не смог. «Серенький волчонка» смотрел? Какого «Серенького волчонка»? Так, ну ладно, все, тему закрыли. Короче, «Тьма». Все хорошо, спасибо большое, дорогие. Теперь у меня есть мотивация посмотреть. А он односезонный или двухсезонный? Или хотя бы трехсезонный. «Бригаду» всегда пересматриваю каждый год. «Дурная кровь» — интересно. «Черное зеркало» — в жопу. Кроме первой серии первого сезона. Ой, простите. «Три сезона у тьмы». Охуительно. Так в смысле, ну «Калифорникейшн», я же говорю, конечно. Три раза, блядь. И, кстати, знаете, с каждым просмотром этих, блядь, огромных 7 сезонов, да, по-моему, всегда находишь что-то новое. Обожаю я сезон тот, когда он живет в отеле и что-то пишет. Там он прям чуть вообще, в общем, не саморазрушился. Но остался верен себе. И в итоге хэппи-энд. «Привет с птичьего, с моего, который район птицефабрика». «Скини Кей-Кей»? Нет, это не «Скини Кей-Кей». «Один день»? Что за фильм «Один день»? Нет, не знаю такое. «Сверхъестественно»? О, «Бесстыжие», конечно, «Бесстыжие», он все еще идет, господи. Сегодня вышла пятая серия «Алекс фильм». Хо-хо-хо, Фрэнк! Фрэнк Муди охуенный. Да, потрясающе. «Салам Сорина». Звучит охуенно. А, господи, я думал, это название сериала. Смешно. Это угар вообще. В Приозерске. О, что это где находится? Приозерск. Вот знаю Петрозаводск и знаю Озерск в Челябинской области. Петрозаводск — это Карелия. А что за Приозерск? «Бабник», да, смотрел. Эштон Катчер в какое-то время был очень популярный. Да у него все хорошо. Недавно вообще на Википедии про него читал. То себе Карл возмужал, а Вестпойнт поступил. Да, Карл уже возмужал, и Вестпойнт давным-давно поступил. Он уже на полицейской тачке гоняет, приколи, с черной подругой. Но он добрый. Надо же. Оказывается, то, что не всегда генетика побеждает. «Пересмотреть эфир»? Блин, нет, я обычно так никогда не делаю. Всегда удаляю сразу. «Помнишь, залил трек с Джасодом на площадке, захучили Sony, удалили все мои предыдущие треки? Это ты был ты? Так это ж, блядь, это что происходит? Чувак залил трек и сейчас мне пишет в инсте, блядь, в прямом эфире? Это, да, это, блядь, неправильно? Алло? Я в ахуе, если честно, у меня шок. Типа, ну, чтобы вы понимали, чувак залил трек, это вообще не его трек, там даже джаз, ну, то есть, это не друг Джасода, и не я ебнуться. У меня аж дар речи пропал.
После стрима чекну директ, обещаю. Ради девчонок дрался ли когда-то? Нет, ради девчонок никогда. Не припомню. Приозерск это рядом с СПБ. Ну хорошо, чудненько. Голос улиц. Ну, конечно же, смотрел. Ну, это же классика, ё-моё. NWA. Motherfucker. Отличное кино. Я люблю пересматривать. Но если хочешь подобный посмотреть, то посмотри фильм The Dirt. Грязь, где Machine Gun Kelly в том числе снимается и играет. Ой, господи, Томми Ли. Это документалка про Мотли Крю. Такая потрясающая группа, которая исполняла песни Home Sweet Home, например. Ну, как вариант. В то время они ездили на разогревах с Оззи Осборном, а потом стали пиздец какими большими. Саванна, ну, сойдет, нормально. Самых сложных клипов у меня не было. Клипы-то все как бы так, на уровне двойки из пяти. Ну, на тройку какой-нибудь есть, наверное. Ну, Саванна, может, на тройку. Ну, благо тоже ничего. Куда так пропадаешь, когда новые синглы будут? А, ну да, здорово, Ваня. Да, в общем, вот, появляюсь потихой. Федя Букер, обожаю Федю Букера. У нас есть с ним одна история, которую никогда ни он, ни я не забудем. Хороший человек. Он даже у меня в Москве как-то приезжал ко мне, и мы бухали с ним. Что удивительно, он-то из Питера, а я-то с ЕКБ, но он приезжал ко мне в Москве. Что довольно странно. Про картины я бы поговорил. Это прям такая отдельная, очень, очень сильная, глубокая тема. Потому что это идет из детства. Ну, я всегда любил рисовать. Но сейчас я пишу. Да. Вдохновение. Ну, вот просто. Я такой, например, просыпаюсь. Сегодня нужно идти к Колизею, в лавку художника, и брать холсты, и писать. Пока я иду к лавке художника, я успеваю напиваться, встречать каких-нибудь людей мне незнакомых, и они меня отвозят в ресторан. Потом, спустя сутки, я понимаю, блять, я же не купил холсты. Потом их покупаю, прихожу в себя, проходит примерно еще 2-3 суток, и мы получаем такой шедевр, как Наус Хелл. Ну, как вариант. Да, чё, no, what the fuck? No. Так, ну все, в общем, я тут начирикал, писец как много. Я думаю, вот новая история для книги, да. Я думаю, то, что все. Спасибо большое всем, кто был. Концерты 21-22 числа. Москва-Петербург. Может, там и в область заедем какой-нибудь. Такой, устроим гаражный рок в селе. Ну, как вариант. Любитесь, развивайтесь. Главное, чтобы на душе был баланс и гармония. Бо я псих, я роблю те, що я хочу. Хіба в цьому мій гріх? Кожну хвилину я зайнятий ділом. Марно не хочу, життя пролетіло. Щоб у достатку, щоб було на згадку, пишалася мною моя родина. Можливо, ти скажеш, що змучений я. Не можу втомити любиме діло. Я рано встаю, дуже пізно лягаю, щоб...